Две мужские головы, Анна и Каиафа. Это самая маленькая картина Босха, размером с компакт-диск, если, конечно, это вообще его работа. Приблизительно она появилась в период с 1475 по 1525 годы. В этот же период укладываются годы творческой активности Босха. Стилистика работы также напоминает Босха. Находится картина в музее Байманса в Роттердаме. Работу в 1847 году завещал музею Франц Яков Отто Байманс. В последние годы приписывается Босху все чаще и увереннее. К сожалению, состояние картины оставляет желать лучшего. Картина известна как «Две мужские головы», но многие исследователи считают, что на ней изображены Анна и Каиафа. Таким образом, это еврейские первосвященники, участвовавшие в суде над Христом. В ночь Страстного четверга Иисуса привели в Синедрион. Христос предстал перед Анной. Тот начал спрашивать Христа о его учении и его последователях. Иисус отказался отвечать. Он утверждал, что всегда проповедовал открыто, не распространял никакого тайного учения и предложил выслушать свидетелей его проповеди. Анна не имел власти вынести приговор и отправил Христа к Каиафе. Иисус хранил молчание. Синедрион, собравшийся у Каиафы, приговаривает Христа к смерти.